Как нельзя одеваться мужчине? Посмотри это видео, ты узнаешь 5 ошибок во внешнем виде, которые отталкивают от тебя девушек и заставляют окружающих думать, что ты неудачник. Я сам когда-то носил не те вещи и неправильно их сочетал, из-за чего я выглядел ужасно. Поэтому я хочу поделиться с тобой своим опытом, чтобы ты всегда был красавчиком и чувствовал себя уверенно. Досмотри это видео до конца, чтобы узнать 5 ошибок в стиле, которые сделают из любого парня неудачника. С тобой Александр Самсонов, и ты красавчик, что смотришь мой канал. Это 5 ошибок в стиле по Ставь лайк, если тебе интересно, и погнали. И на 5-м месте ошибка – это больше 3 цветов в одежде. Чтобы правильно и стильно сочетать разные цвета в одном образе, ты должен обладать просто безупречным вкусом. Поэтому лучше не рискуй и откажись от использования в образе более 3 цветов. Яркие сочетания в одежде выбирают школьники, а если ты старше 17, то на тебе они выглядят странно и нелепо. Особенно, если это неоновые цвета. Хочешь выделиться из толпы, тогда выбери только одну яркую деталь в своем образе. Не стоит становиться пестрым, как павлин. Кстати, мне интересно узнать, какие цвета в одежде ты предпочитаешь, яркие или более спокойные? Нажми на ссылочку сверху экрана и проголосуй, мне интересно, как распределяться голоса. Нажми кнопку подписаться, если вдруг еще не подписаны мне. И, конечно, колокольчик, чтобы первым получать уведомления о моих новых видео, которые сделают тебя красавчиком. И 4-е место нашего хит-парада – рубашка в золотую полоску. Рубашка в золотую полоску – это просто, это нелепо. Зачем ты вообще купил такую вещь? Ты ведь не цыганский барон, в конце концов. Оставь блестящие рубашки с яркими принтами клоуном. Стильный мужчина носит что-то более сдержанное и элегантное. Блестящая ткань, из которой обычно делают такие рубашки, выглядит так, как будто она покрыта маслянистой пленкой. Это ужасный материал. И это очень сильно дешевит твой образ, поэтому выкинь такую рубашку и замени ее обычной качественной рубашкой из хлопка. Запомни, качественные материалы дольше служат и лучше смотрятся. Но если ты хочешь добавить своему образу дороговизны и статуса, лучше выбери хорошие часы. Кстати, если ты хочешь узнать, как стильно одеваться, то посмотри мой плейлист на эту тему. В нем я собрал самые сочные видео на тему мужского стиля, посмотрев которые, ты начнешь классно выглядеть, нравится девушкам и получать комплименты. Ссылочка здесь, пройди и посмотри. И 3-е место – это складки снизу брюк. Брюки можно назвать одним из базовых элементов твоего стиля, поэтому твои брюки должны сидеть на тебя очень хорошо, чтобы ты всегда выглядел на все 100%. Молодые парни, иногда даже взрослые мужики, не всегда знают, как правильно подобрать брюки. Они просто идут в магазин и покупают первый попавшийся, при этом продавец во все горло кричит, что на тебе эти брюки сидят идеально. Бро, он просто пытается тебе втюхать свой товар, поэтому ты сам должен знать, как правильно подобрать брюки. Здесь ошибка большинства парней становится неправильная длина брюк. Если брюки слишком длинные, возле обуви образуются некрасивые складки. Это не только не стильно, но еще и визуально режет твой рост, и ты кажешься ниже. Оптимальная длина брюк – это когда штанина слегка накрывает обувь. Запомни, если брюки складываются в гармошку, это не твой размер. Всегда обращай на это внимание, тогда ты точно будешь выглядеть лучше тех парней, которые забывают об этой ошибке. Кстати, если ты хочешь больше крутых трюков, благодаря которым ты моментально станешь красавчиком и начнешь получать комплименты, пиши в комментарии «Хочу крутые трюки в мужском стиле». Соберем 2000 комментариев за первую неделю, и я запишу новый сочный видос «7 трюков в мужском стиле», который должен знать каждый мужчина. Поэтому пиши комменты, ставь лайк, отправляй это видео друзьям, чтобы они тоже писали комменты. Погнали! И 2-е место нашего хит-парада – это застиранное поло. Футболка поло – это очень крутая вещь, которая может сделать любой образ стильным. И непростительная ошибка будет носить старую застиранную футболку поло, которая потеряла свой цвет и потеряла свою форму. Это выглядит неряшливо и отталкивает от тебя всех, в том числе красивых девушек. Если на твоей футболке видны следы многочисленных стирок, на ней появились катышки и цвет ее далек от идеального, выбрось ее в мусор, ну не знаю, или отвези на дачу. В такой одежде нельзя выходить на люди, это просто некрасиво. Также помни, что футболку поло нельзя заправлять джинсы и брюки. Запомни эти правила и больше не совершай этих ошибок. Честно сказать, я сам раньше выглядел отвратительно. Я неправильно сочетал одежду, допускал ужасные ошибки в стиле. В результате выглядел настолько непривлекательно, что отталкивал от себя большинство девушек. Окружающие меня не воспринимали всерьез, и я не мог нормально зарабатывать. Именно поэтому я разработал формулу привлекательного образа. Ее особенность в том, что когда одеваешь по ней любого мужчину, высокого или низкого, худого или толстого, молодого или взрослого, или просто парня, который не одарен красотой от природы, то он моментально становится красавчиком и начинает нравиться окружающим, располагать к себе людей с первого взгляда и быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Если ты хочешь выглядеть мужественно и привлекательно, чтобы нравиться девушкам и чувствовать себя уверенно, но не хочешь тратить огромные деньги на покупку дорогих вещей и не знаешь, в каких магазинах купить эти вещи, как их правильно, блин, выбирать, то приходи в магазин мужской одежды «Я эгоист» в Москве, где стилист, используя мою формулу привлекательного образа, подберет тебе модный
модную одежду, в которой ты станешь более привлекательным. Начнешь моментально нравиться девушкам и получать комплимент. Также ты сэкономишь до 80% денег по сравнению с обычным шопингом. Это наша вторая фишка, ведь благодаря системе подбора взаимозаменяемого гардероба мы помогаем выглядеть тебе привлекательно и дорого, подбирая универсальные образы из стильных и при этом недорогих вещей. Больше не нужно часами ходить по торговым центрам и мучиться с выбором, не нужно переплачивать огромные суммы за дорогие бренды. Приходи в магазин «Я эгоист» и начни новую жизнь, полную улыбок красивых девушек, комплиментов окружающих и уверенности в себе. Прямо сейчас пройди по ссылке под этим видео и оставь заявку на бесплатный подбор индивидуального стиля, чтобы получить специальные условия на покупку привлекательного образа. Количество участников акции ограничено, поэтому не откладывай и оставь заявку прямо сейчас. До встречи в новой стильной жизни, мой друг. Ну и, наконец, первое место – это пятна пота под мышками. Я не знаю, почему я вообще должен говорить о таких очевидных вещах, но многие парни допускают эту ужасную ошибку. Они носят одежду с пятнами пота под мышками. Это просто ужасно. Такая ошибка может испортить вообще любой стильный образ, да и не только его. Парень с пятнами пота на одежде никогда, запомни, никогда не понравится красивой девушке. Возьми себе за правило, перед тем, как куда-то пойти, обязательно прими душ, воспользуйся дезодорантом, а также проверь свою одежду, она всегда должна быть чистой и выглаженной. Иначе ты рискуешь стать просто посмешищем в глазах окружающих. Ты ведь не хочешь этого, правильно? Поэтому запомни, любая одежда должна быть всегда чистой и опрятной, иногда даже самый стильный образ тебя не застрахует от конфуза. Поставь лайк, ведь только что ты узнал 5 ошибок в стиле, которые портят твой образ. И красавчик, что смотришь мой канал. Нажми на одно из видео, которое видишь на экране, чтобы продолжить просмотр. С тобой был Александр Самсонов, и увидимся в моих следующих видео. Красавчик! До встречи!